Ну что же, всем привет, ребят! С вами снова Дэмси, и сегодня мы продолжим проходить серию состязаний в Need for Speed The Run. Остановились мы на том, как прошли два этапа. Это то есть самый начальный, который был в Сан-Франциско, я вспомнил, как называется самый первый город в игре. И второй этап — национальный парк. Сегодня мы продолжим проходить, поэтому не забывайте ставить ваши лайки, писать советы в комментариях, а мы приступаем к прохождению серии состязаний. Это мы прошли, это мы тоже прошли. Мечты Невады. Знакомое название, не правда ли? Невада. Из Прострита все еще. Даже здесь чувствуется дух Прострита. В предыдущей части, которую мы проходили. Пекло. Боже мой. О, это ж нужно обходить соперника, пока время не сечет. Из машин у нас целый набор доступен, даже Skyline. На Skyline мы вроде бы не ездили, так что возьму-ка я его. И еще комплект. Наверное, такой. Он самый красивый. Или я был на Skyline? Какая-то похожая машина была уже. Давайте другой цвет, потому что на оранжевом я уже катался. О, кстати, какой-то интересный винил. А этот еще лучше. А давайте на нем и остановимся. Обойдите соперника. Сразитесь с тремя первоклассными гонщиками в песках Невады. О да, еще и на время. А хотя если это в песках Невады, ну то есть там где пустыня, да? Вроде бы у меня не было особых проблем. Посмотрим. Какие-то проблемы с дальностью прорисовки там. Видно, что карта мерцает, ну или по крайней мере горы вдали. Как-то так вроде бы нужно этот поворот проезжать. Я тебя уже обогнал, но блин, мне нужно держаться впереди целую минуту. Это ли не издевательство? Хорошая попытка. Может его вообще за карту вытолкнуть? Попробовать. Возможностей для этого у меня предостаточно, потому что в некоторых участках даже забора нет. Ну, конечно же, он нормально поворачивает и догоняет тут же. У нас в распоряжении три соперника. И пройти на платину за 2.43. Мы ориентируемся не на платину, ребята, а на золото. Еще в прошлой серии я это понял. Потому что платина в некоторых местах очень трудно выполнимая. А золото всегда приятно. Всяко лучше, чем серебро и уж тем более бронза. Где там этот гонщик? А, ну да, мне же слева сверху показывает, сколько до него расстояние вообще. Я никогда на это не смотрел. И срезку провтыкал. Как так-то? Может быть, это время мне сэкономило бы. И от этого зависела платина, например. И последний соперник. То есть времени очень мало для того, чтобы получить платину. Ну что, платина, я мчу. Я должен это сделать. Хотя нет, слишком далеко финиш, слишком. Только на золото надежда. Да, на золото точно проеду. Я могу вообще гордиться тем, что у меня нет ничего ниже золота. Один раз было серебро в самом начале, где я, ну, ехал даже не на своем управлении, там были другие кнопки. И в целом я это переиграл и сразу получил золото.
Может быть, Skyline просто сам по себе медленная машина и стоило взять Бэху для этого заезда. Этого мы уже не узнаем, потому что переигрывать я не буду. Если получаю золото, я не буду переигрывать. Если серебро, то, конечно, переигровка обязательно. Иначе это позор. И, кстати, вроде как сейчас мелькал коп на каком-то изображении, на какой-то гонке новой открывшейся. Да, опережение. Гонка на время, уложитесь в нужное время. Скрывайтесь от полиции, избегайте дорожных заграждений в городе. В каком городе? Я вообще-то за городом нахожусь. Давайте BMW возьмем и перекрасим в такой же цвет, который был из начала игры. По-моему, очевидно, что это черный. А вот набор для аэродинамики, ну, давайте возьмем его. Есть ли какой-нибудь интересный винил? Ну, разве что такой. Не, давайте остановимся на дефолте. Мне как-то больше нравится такой цвет. Без винилов. Для платины нужно 1.30. А для золота 1.35. Вообще как-то расстояние в 5 секунд меня не очень радует. Или это значит, что на платину можно пройти с первого раза? Сейчас увидим. Встретил этого гонщика, прием. Нормально они так догнали моментально. Вы случайно не в мафии работаете? Я помню там таких ребят, которые на своих ящиках с болтами умудрялись догонять Audi R8. Хорошее заграждение. Ставьте такие почаще. Сирену включает. А вы разве без нее вообще едете? Стреляйте по мне, стреляйте. А, кстати, а будут ли гонки с мафией в серии состязаний? Мне почему-то захотелось. Мало я получал от них в сюжетном режиме. Хорошо, что у копов нет носорогов. Они разве что могут вот так вот перекрывать дорогу, но не более того. Остановитесь! Кажется, он сейчас подставил своего друга. Ой-ой-ой. Да, оно спокойно проходится на платину. Или это потому, что машина мощная? Не знаю. Но первая платина. Жаль, что я запорол самую первую гонку. Там тоже была возможность. Бывает. Превосходно. Можно мне как-то это скипнуть? Я хочу дальше. Зачем мне смотреть, сколько у меня повторов сохранилось? Открыто состязание «Скорость Вегаса». О, мы все ближе и ближе к тому месту, где нас поймали копы в первый раз. Да, гонка на время через забитые улицы Вегаса. Забитые улицы. Это говорит о том, что трафика будет столько, что я начну тупить. Нет, давайте возьму более управляемый Форд. И набор для трек дня. Интересно звучит, почему бы не взять? Ничего такого интересного, ладно. Будем гонять на серебристом, я так понимаю. Или он больше на белый похож? Насколько забиты эти улицы? Давайте посмотрим. Да, кажется, это повторение начального этапа с кучей машин. Там было дофига машин за городом, здесь в самом городе, что более логично, кстати говоря. А, мы же здесь гоняли против Милы и ее подружки какой-то. Забыл, как ее зовут. Ну, короче, та самая трасса. А теперь нам никто не помешает. И
Не, ну, наверное, это логично, что в серии состязаний будут использоваться все дороги, все заезды из сюжета. И, кстати, почему-то мне этот участок напоминает аналогичный из Карбона. Зачем я сейчас врезался, непонятно. Мне вот этот вот участок достопримечательности напоминает аналогичное в Карбоне, потому что когда я сражался с Дариусом, у него была гонка именно в этом районе. Под контролем Дариуса находится город Казино. Я не помню, как он называется, как этот район называется в игре, но очень похож на Лас-Вегас. Прям максимально. Но это, наверное, никто не скрывал. Это как в Most Wanted, он списан с Нью-Йорка частично. Да что ж меня так заносит? Хорошо, хоть это еще не самая капризная машина. У меня был шанс выбрать еще похуже. Последняя контрольная точка, и, возможно, мы выполним платину. 0,8 километров. Хотя нет, за 10 секунд это не успеешь. Многое врезался. На платину не заслужил. Эх, чуть-чуть! Можно было это переиграть. Ну, то есть, нажать повтор. Блин. Это на платину, в принципе, выполнимо. Мне не хватило буквально чуточку. Еще 4 повтора. Можно было вообще использовать 4-й, чтобы осталось 3. Но зато я успел бы на платину. Так и быть, на максимальный уровень я не потею, чтобы у меня максимальные были награды. Кому это надо? Хотя, в теории, может быть, какой-то из заездов все же попробую пройти на платину. Просто по приколу. Помучаюсь, так сказать. Гонка в городе грехов. И на выбор опять все те же машины. Давайте хоть на Рено покатаем. Вроде бы его не было у нас в прохождении. Для тюнинга пусть будет набор. Он довольно симпатичный. И вот такой цвет. Самый необычный, я бы сказал. Гонка с соперником. Гонка один на один, но за вами большая погоня. О, это типа как против босса. На самом деле без босса, но якобы мы будем гоняться с каким-то особым гонщиком. По-моему, в этом месте, когда я проходил сюжетку, была ночь. Да, вроде бы была ночь. А еще после этого заезда нас задержали полицейские. Я что-то сомневаюсь, что в серии состязаний будут моменты с QTE-шками. То есть побег от копов или от мафии. Сомневаюсь, но очень хотелось бы, чтобы такое разнообразие было. Наверное, я слишком глупый, что ожидаю такого. Потому что и в Most Wanted том же серия состязаний делалась на отвали. Чтобы она, в принципе, была. Что и здесь. В Карбоне была довольно интересная серия состязаний, потому что там доступны некоторые гонки уникальные в каньонах, где против нас гонял Кросс. Ну, точнее, мы в роли Кросса догоняли BMW свою. Еще что-то уникальное было. Это было интересно. Нормально, он меня только что подставил.
Я не успел теперь. Допустим, это я еще проеду, когда следующее появится. Как там проехать? Еще и, конечно же, он меня обошел. Давайте, второе скриптованное заграждение. Вот оно. Я успею на платину. Даже с учетом этой аварии. Ух, это было близко. Вот это было очень близко. На грани фола. Платиновая медаль. Осталась вроде бы одна гонка всего лишь, да? В этом этапе. И да, так оно и есть. Битва лотусов. Ничего себе. Какой лотус круче? Эвора или Эксидж? Даже не знаю, я буду на Эворе гонять, потому что выбора у меня особо нет. Надеюсь, что он и вправду лучше окажется. Какой же самый красивый? Это сложный выбор. Давайте такую возьмем. Трек дня. Выбор между вот этой раскраской и вот этой. Давайте возьмем темную. Камуфляжную такую. Опять же, это очередной босс. Скорее всего, с копами. Без них никуда. Хотя никого не вижу. Странно. Может, они еще появятся. О, фура, как давно тебя не было. Сейчас начнутся постоянные столкновения. Как-то лотус странно управляется. Слишком резко. То он не поворачивает, то слишком резко заворачивает. Это трудно объяснить. Но я испытываю некий дискомфорт. Хорошо, что я ее не брал в сюжетке, потому что у меня были бы проблемы с вождением. А куда девается так быстро слипстрим? Он сразу тратится? О, вот красиво обошел. Конечно же, ненадолго. Но все равно было красиво. Как же его заносит, кошмар. А, обошел уже. Только думал, посмотрю-ка я назад. Чтоб не дать ему это сделать. А теперь как догнать-то? С таким управлением и с таким ускорением. Не знаю, мне эта машина не нравится. Я думал, будет куда послушней. Ну что это? Я даже не знаю, контролирую машину или нет. Еще вылетит потом с дороги. Как этого дурачка догнать? Только на поворотах, а я поворачиваю плохо. Надо его вырубить, чтобы он не мог продолжать гонку. Как мало машин. Не хватает только фуры по встречке. Как он на своем лотусе меня догоняет настолько быстро? У него что, бесконечный запас нитро? Посмотрите на это. Это ж кошмар какой-то. Да ладно, я что, даже на платину успею? Да. Нет. Да. Нет. Это было близко. Буквально наверняка один поворот мне все это испортил. Но честно, на такой машине на платину проходить вообще не хочется. Уж больно она какая-то странная. То не входит в поворот, то входит слишком резко. Nissan 370Z. Неплохо. Хоть что-то. А, подождите.
Меня обычно награждало и за бронзу, и за серебро. Или нет, за серебро и за золото. А сейчас только один раз. А, нет. Еще одна машина открылась. Это хорошо. Я надеюсь, они потом будут доступны мне в следующих этапах. Или это только для сюжетки? Просто если только для сюжетки, то это странно. Я уже ее давным-давно прошел, и вообще первым делом, кто проходит The Run, он сначала в сюжетку идет, как все нормальные люди, а потом в серию состязаний. А, опять выходить надо будет, ну, кто бы сомневался. Короче, вот эту я мог проехать на платину, и вот эту. Только в первой было довольно трудно проехать ровно. У меня целых 5 секунд там не хватает. Во всех остальных случаях, смотрите, 2.24, 2.24, 30. 2.55, 2.55, 41. Какой кошмар. Что ж, давайте перейдем к следующему этапу. Я сейчас выйду из игры, потому что по-другому не могу. Нажимаю назад через Escape. Ничего не получается. Сейчас вернусь, ребят. Итак, я снова здесь. Наша серия состязаний. Национальный парк. Мечта Невады. Пустынная долина. Давайте посмотрим, сколько осталось вообще этих этапов. Допустим, на сегодня мы пройдем еще вот эту пустынную долину и на этом закончим. Потом еще две. Еще две. Еще две. И последние. Это то есть три серии где-то. В целом меня это устраивает. И это же получается, что последняя серия будет довольно длинной. Потому что там целых три этапа будет. Это огромный плюс. Но до этого еще нужно дойти. Сейчас у нас очередное испытание под названием «Пустынная долина». Давайте посмотрим, что у нас здесь. «Жаркая схватка». Интригующее название. И теперь у нас появились машины, которых не было до этого. Как-то даже странно. А, потом можно сюда еще вернуться и взять эту машину. Блин, хочу вот эту Toyota Supra, но мне нужно одно коллективное задание, которое я не выполню. Нет же, уже больше сетевой игры. Может попробовать взять другой Lotus, или лучше не рисковать и взять Audi. Давайте возьму Audi лучше. Причем без обвесов, просто машина. Даже как-то странно. Напряженная гонка манит любителей скорости к вершинам горной цепи Панаминт. Придите к финишу первым. Опять у меня же слетели настройки. Вопрос только как? Я вроде бы из игры не выходил, что самое смешное. А, стоп, я же выходил. Ну да, я ж перезаходил, чтобы зайти в этот этап. Оно иногда слетает, иногда нет. И никогда не понятно. Самое тупое чувство, когда ты заходишь в гонку, нажимаешь те кнопки, которые ты назначил, и понимаешь, что они не назначены. После каждого перезахода в игру нужно проверять настройки. Трындец. Почему нельзя никак это пофиксить было? Выпустить патч какой-нибудь? Неужели это такая сложная проблема? Почему я... А, у меня просто кнопка перестала нажиматься. Нормально, нормально. Думаю, почему у меня машина сбрасывает скорость. Короче, понятно. Просто машина перестала ехать. Кнопка не хотела нажиматься. И мне кажется, что уже проще с самого начала начать. Это будет самое адекватное решение. А давайте попробуем пройти. На платину никто не потеет. Хоть бы золото получить. О, хорошую срезку я выбрал. Можно даже полностью проехать. А их несколько? То есть эту наполовину проехать надо было, а ту потом еще как-то поймать. Интересно, все продумано. Видно, что трассы, они проработаны в этой игре. Трафика, конечно, хотелось бы побольше, но имеем, что имеем. Он заскриптован и присутствует в огромных количествах только в каких-то определенных этапах.
Или может быть потому, что ночью якобы никто не ездит. Что частично является правдой, конечно же. Но это же игра не про реализм в конце концов. Я что, тут даже не успею на золото проехать? Конечно. Я даже на золото не успею с этим долбанным управлением, которое мне все испортило. Короче, понятно, нужно выйти, да. Нужно выйти и настроить управление под себя, как всегда. Так, вроде бы все настроил. Взял ту же машину. Жаркая схватка. Я готов. Если на этот раз золото не получится, то не знаю уже, в чем тогда проблема. Но как же меня это бесит, когда управление слетает. Причем на рандоме вообще. Блин, можно было воспользоваться слипстримом. Демпси, как всегда. Сейчас догоню кого-нибудь и использую. Давай, накапливайся. Вот так надо проходить эту гонку. Опять-таки воспользовался по назначению. А еще, кстати, нужно было засечь время. В прошлый раз сколько у меня было, когда я добрался до этого этапа? Может быть, теперь у меня куча времени в запасе есть? О, ты тоже умеешь пользоваться слипстримом. Так, срезка. На ту срезку я не буду ехать. Она какая-то невыгодная. Плюс за счет срезки нитро быстрее восстанавливается, поэтому почему бы его не использовать прямо в срезке? Отлично. Минута 40. Ехать, конечно, еще дофига. Если выяснится, что даже так мне не хватит, то я не знаю. Может быть, машина не самая удачная. И стоило брать Lotus. Без нитро, наверное, эту гонку не осилишь. Как минимум на золото. А вообще, почему бы не попробовать на платину? Да, вот в этом месте у меня уже время закончилось. Сейчас еще полным-полно. На платину не успею, но на золото должен. Да, тут 2.40 будет, точно. Без проблем. А с платиной непонятно, что делать. Может быть, у меня еще недостаточно навыков есть у водителя. У Джека, да? Хотя, за сюжетку я должен был получить все навыки. Или лично у меня не хватает навыков. Вы же знаете, как я классно вожу. Ад на колесах. Но это будет происходить днем, следовательно, я больше смогу увидеть всяких препятствий. Это будет плюс. Десять машин, семь шпилек. Что? А давайте на этом лотосе попробуем. На нем мы еще не ездили, нам предлагали другой. А это гонка на время или нет? А давайте возьмем, может быть, поможет нам. Все-таки все равно нужно прийти раньше, чем все остальные. Что это за интересная такая покраска? Давайте возьмем темную. 10 машин, 7 шпилек, 1 финишная черта и совершенно никакого воздуха. Вы, то есть, хотите сказать, что там будет настолько пыльно, что невозможно дышать? Или как это понимать? Ну, не знаю. Кстати, этот Lotus похож на такой же из Most Wanted-а, по крайней мере, внешне. И управляется вроде как неплохо. Чистый обгон. Слипстрим же. Чему удивляться?
Кажется, я начал адекватно им пользоваться. Но и они тоже не отстают. Отличный поворот. Отличный. Иногда получается и такое. Там еще и фура едет так, чтобы я не мог нормально повернуть. Ну, конечно же. И этот меня затормозил. Все. Платина уже плачет. Она недоступна теперь. Я не верю в то, что смогу на платину уже пройти. Машину все так же заносит. Ну, хоть срезки есть. Не знаю, как мне она поможет, но допустим. Никак она не помогла. Хотя в топ-3 закрепился. Отлично, я думал, оно разрушаемое. Хорошая попытка, Дэмпси. Сколько раз я пытаюсь сделать что-то, что слишком очевидно не сработает. Я пытаюсь сломать эту игру. А игра ломает меня. А сколько еще будет контрольных точек? Нигде же не пишется. А ну-ка, давайте попробуем его обогнать нашей фишкой. Далеко, зараза. У меня не набирается шкала. А, ну вот и все. Хорошо повернул, ничего не скажешь. Вот и все, как говорится, да. Вот так можно. Двадцать секунд и один километр. Я специально так проехал, чтобы мне дало бонус для нитро. О, заправка, на которую не заедешь, судя по всему. Она недоступна в серии состязаний. Да ладно, я успею на платину. О, блин, чуть-чуть. 2:40:04. Как же это обидно. Вот это вот тот случай, когда просто не повезло. Можно сказать, что это было 2:40. Но чуть-чуть больше. Состязание предел. Что же нас ждет дальше? Какие машины нам будут давать? А еще, кстати, это ж, наверное, скоро мы дойдем до этапа, где появится Audi R8. Я бы не прочь на ней снова прокатиться. Предел. И понятно, одна машина на выбор. Как много. О, версия Run. Наверное, это стоит попробовать. Супер Снейк. О, отличный цвет. Хороший винил. Эта дорога не для всех. Пересеките финишную черту, прежде чем выйдет время. Вроде бы звучит несложно, всего-то за 1:35. Но это не на самой лучшей машине. Очередной маслкар. Не знаю, Шелби я почему-то в играх недолюбливаю. О, замечательно. Наверное, уже можно было бы и повтор использовать. Ну ладно. Может, тут с запасом. Как можно поворачивать на этой тачке? Боже ж ты мой. Постоянно нужно использовать ручник, чтобы войти в занос. Или сбрасывать скорость. Но сбрасывать скорость мне невыгодно. Потому что
Иначе не будет платины. Нормально. Так, тут лучше сделать повтор, потому что время остается. Я не знаю, как это проходить на ней. Меня постоянно куда-то заносит. Либо я не успеваю повернуть, либо заносит. Очередная капризная машина или просто Демпси слишком тупой. Ну, скорее всего, второе. Как можно было тут вправо повернуть? Я нажимаю, ничего не происходит. Да, за карту вылетел, замечательно. Пытаешься повернуть. Вот опять вправо еду. Я не знаю, как я его сейчас объехал. Да, эти аварии мне уже напоминают Most Wanted 12, где я тоже очень плохо управлял. То есть я даже на золото сейчас не успею проехать. Так, понятно. Только перезапуск. Я не хочу проходить ниже, чем на золото. Но теперь-то я проеду лучше, я уже опытный. Знаю маршрут, так сказать. Ну, допустим, я сбросил скорость перед поворотом, это помогло. А по времени это поможет? Мне кажется, нет. О, фура. Какая встреча. О, за эту музыку банят. Блин, придется вырезать эту гонку частично. Пытаешься нажимать вправо, машина все равно летит в скалы. Ничего нового. И последняя контрольная точка. Или как в этой игре было, контрольная дочка. Ну это кошмар какой-то вообще. Я нажимал вправо, машина повернула влево, но я не против. Она сделала лучше. Может быть, тут какое-то автоуправление есть, конечно. Так, ну окей, я не успею сейчас проехать на платину, но хоть на золото успел. Впредь я не буду брать Шелби. Не зашла она мне. Скоро же повышение уровня будет. Откроются новые бесполезные фоны для профиля. И новые значки. Не забывайте об этом. Да, пока все на золото идет, ни одной платины не было. Раллийная гонка. Надеюсь, хоть машину дадут подходящую. О, Субару. Неплохо, еще и управление легко. И нет никаких обвесов. Видимо, она настроена. Под раллийные гонки. Сейчас все увидим. Придите первым. Ну, я, в принципе, уже второй. Изначально. Первым будет не очень сложно. Наверное. Кстати, а машины пачкаются в реальном времени или она была запачкана изначально? Было бы круто осознать тот факт, что машины пачкаются самостоятельно. Как в той же Мафии 2 или Мафии 3. Хороший поворот. Ни разу не задел стеночку. Как он меня догоняет? Боты, наверное, постоянно используют этот слипстрим. Это даже при том, что сложность меньше. Ее изменить нельзя. По умолчанию она стоит на нормале. Даже так я умудряюсь сливать. Хороший поворот. Какой классный поворот! А вы видели это? Такое ощущение, что меня невидимая текстура спасла.
А вот сейчас меня невидимая текстура наоборот подставила. Издевательство какое-то. Что эти невидимые текстуры себе позволяют? Да ладно, я на платину успел. Ничего себе, на ралли. На платину. Ну, Дэмси, конечно, монстр. Да ладно, я шучу, мне на шару просто подфартило с невидимыми стенками. С другой стороны, мне не везло еще в этом эпизоде. Во всем эпизоде у меня было только... По-моему, только золотые медали. И да, так оно и есть. Пылинка в глазу. На Mercedes-Benz. На одном. AMG. Можно выбрать комплект. Который, по сути, ничего не меняет. Для кольцевых гонок. Да, для кольцевых, которых в игре нет, я не буду их выбирать. Точнее, его выбирать, этот стиль. Ничего интересного, возьму дефолт, короче. Пылинка в глазу. Следите за дорогой. Пыль и мусор могут быть опаснее, чем кажутся. Это там, где была пылевая буря, якобы, да? Которой на самом деле не было. Вот то, что снежная буря была и лавина, это я помню. Оно действительно в игре было реализовано. А вот в пустыне нифига. Вот давайте посмотрим. Будет ли хоть какой-то намек на бурю? Вдали что-то есть такое. Сильный ветер. У нас не особо что-то поменялось. А, ну да, допустим. Ну стоп, я же в этом месте проезжал, еще и заправка эта старая, которую, по-моему, провтыкал. Не знаю, я все прекрасно вижу. Если бы играл с ограничением FPS 60 кадров, да, у меня были бы баги здесь. С этой пылью. И она исходила бы вертикально, а не горизонтально из машины. Короче, там целая наркомания была бы. Я видел такое на ютубе. Мне сейчас повезло, что я не въехал в столб. Потому что столб в этой игре это по сути как теннисная сетка в GTA 5, если вы помните. Но это был самый банальный пример. Ух ты. Ну я не успею. А на золото спокойно успею. Ух ты. Была возможность опасного столкновения. Я проехал просто потому, что изначально двигался по центру, а не по определенной полосе. Хотя это никак не повлияло бы. Гонку невозможно было уже слить. Ламборджини открылась. Надеюсь, что ее можно будет использовать в дальнейшем, потому что такое ощущение, что эти все машины, они открываются для текущего этапа, чтобы ты потом, когда будешь перепроходить на платину, проходил их на более мощных машинах и поэтому открывал платину проще. Возможно, оно так и работает. Это, кстати, единственный нормальный фон профиля, который я видел за все эти серии, когда оно предлагало новый фон профиля. Возможно, действительно, расчет на то, что ты все равно зайдешь еще раз. О, я прошел все, блин, даже не заметил. Что ты еще раз зайдешь с другими машинами, которые ты открыл по ходу прохождения в первый раз, и пройдешь уже на платину. Но этого я делать не буду. Главное, что мы проходим на золото. То есть на что-то более-менее неплохое. На серебро проходить это как-то несерьезно.
И опять же, я не смогу отсюда выйти. Но, тем не менее, это был последний заезд на сегодня. Мы проходим по два этапа за серию. Надеюсь, что вам нравится прохождение серии состязаний. Я, конечно, туплю, но туплю в меру. А пока что я на этом буду с вами прощаться. Это был Демпси и очередная часть прохождения серии состязаний в Need for Speed The Run. Всем пока!